Новая школа рассчитана на 1350 мест, 54 учебных класса, столовая, мастерские, спортивные актовые залы, библиотека. Здание школы построено, завершены работы по монтажу фасада. Сейчас строители приступили к установке и подключению инженерных сетей и вентиляции. Затем уже будет отделка помещений и установка оборудования. С инспекцией объект посетил депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Но работы, надо отметить, идут полным ходом. 250 человек на стройке. И, в общем, объект, скажем так, не типовой, это индивидуальный проект, поэтому, конечно, тут приходится делать большой объем работы. Школа большая на 1350 человек. Соответственно, слава богу, что строители, организация профессиональная, с большим опытом, пониманием дела. Поэтому вот сегодня после посещения складывается благоприятное впечатление. То есть работа кипит. Мы будем контролировать ход процесса, и, значит, чтобы в конце года контракт был выполнен и школа была сдана. Парламентарий отметил, что все работы ведутся по графику, никаких отклонений нет. Сроки сдачи школы в Трехгорке должны быть выдержаны. На самом деле, я думаю, что ни для кого не секрет, что действительно ситуация достаточно сложная. С наполненностью школ в этом микрорайоне, там есть две школы, и 16-я, 17-я. И действительно, ну, с учетом того, что действительно очень много детей строятся новостройки, действительно, новая школа более чем востребована будет. И действительно, на мой взгляд, это достаточно важный социальный объект. Дмитрий Голубков отметил, что это не последний визит на строительную площадку. Качество и сроки выполнения работ по возведению новой школы на личном контроле депутата. Мария Шматкова, Евгений Голиков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».